Тихонечко смотрим, что там. Да, да, тебе посылочка. Давай посмотрим, что там. Честь, да господи, подождите. Подождите, неудержимые. Нифига себе! Так, это пишите тот, кого. Пишите, это точно не стая вся. Я не могу сейчас посмотреть комментарии даже. Пишите, ребят, потому что, чтобы я понимал, что от кого, потому что посылки лежали 1.5–2 месяца. У нас есть Чесси и Каспер, смотрите. Вообще прелесть. Офигеть! Ребята, я вам не дам это грызть. Ты такой там барбос. Блин, вообще так круто. Какая прелесть. Подождите. Ребята, я не дам вам его грызть. Эй. Пишите, кто это стая. Да, это стая. Все, стая, да, это стая. Ребята, посылочка от нашей стаи. А в стае у нас целый список там. Целый список. Я вам... Эй, эй, нет, 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 нельзя. Дай поближе. Нельзя, ждите. Так, стая, она присылала мне. Так, ребята, значит, с днем рождения от стаи. Анна Харута, Алена Юхрова, Анжелика Татаринцева, Виктория Житиная, Елена Барин-Щедрая, Елена Чика, Игорь Сокол, Ирина Бас, Ирина Юзер РН, Иринка 284, Ирина Михайловна Галатян, Катерина 47, Рус Кузнецова, Катерина Арт, Катерина, Лена Майлуша, Марина Файф, Настена Квин, Наталья Лиса, Наталья Ужакина, Николай Колун, Ольга Оникс, Ольга Терехова, Светлана Свисточок, Татусик Лапусик, Юлия Комарик и Юлия Бакс. Это участники нашей стаи, те, которые вот участвовали вот в этом подарочке, да. Прелесть. Есть также еще у нас в стае там люди, да. Ребята, огромнейшее спасибо. Это очень классно, очень приятно. Такая. У нас же есть вон Чесси 3 годика. Да. Ну там у Чесси уже 4 годика. Вот. Смотрите. О, сажай его тут. Иди сюда. Понюхай. Понюхай. Не кусай, понюхай. Смотри, какие глазки, какие. Это коллекционные игрушки. Это не игрушки, чтобы собакам давать. Это то, что у нас будет на полочках, в эфире будет постоянно видеть. Это то, что как раз украшает наш эфир, все украшать будет. Это мы не будем давать собачкам, да? Вот. Секундочку. Все время вот. Тоже, наверное, то же самое. Не знаю, ребят, не знаю, точнее, но хочу показать. Ручная работа. Вот. Ручная работа. Так. И давайте покажем обязательно вот эту штучку. Спасибо вам большое. Это у нас Веритойс, да, или как читается правильно, да? Вот здесь написано, смотрите. Да? Тем более, ручная работа. Человек старался, мы обязательно ее отметим. Вот. Класс, спасибо. Это что такое? О, ну тут я знаю. Подождите-ка, здесь у нас тоже не с боков. Ребята, ну подождите, пожалуйста. Ребята, ну такие любопытные. Да на, смотри. На, смотри. Доставай. Что достанете? Давай. Доставай. По что-нибудь достанете? Давай. Ты что, вы достанете? Все, не хочете. Стойте. Так, значит, ребята. Честер, Каспер, сидеть и ждать. Смотрим. Так, ну здесь как бы это... Так, это что такое? Это магнитики. Я вижу, что это магнитики. Так, ребят, смотрим. Магнитик нам на доску. На свете, чтобы у нас было больше магнитиков. Ну, а вот магнитик. Ой, прости, мальчик. Да что ж ты будешь делать? Упакован-то все так серьезно. Опачки, божьи коровочки новые, смотри. Божьи коровочки новые. Класс. Вот так вот, Касечка, смотри. О, Ческа. Так, новые смайлички у нас еще будут. Секундочку. Так, это где у нас коробочка? Пока вот сюда. Да, и еще смотрим. Здесь целый набор у нас, что-то для чего-то. Вот, давайте мы их отвлекем, а? Угу. О! Ребята, это у нас что? Натуральное лакомство для собак. Не скусь. Не скусь. Не скусь. Не скусь.
Мискусь, классно. Так, это ушки кролика, да? Ушки кролика. Ребята, все, ушки кролика. Как же без вкусняшек, конечно. Как же без них-то? Честер Кастер, смотрите, идите сюда. Давай, идите сюда. Все, стойте. Вот так вот сидеть. Молодцы, умнички. Служить. Вообще неуправляемые сегодня, видела? Служи, разговаривай. Все, вы воспитаны собаки или где? Сидеть, тихо, сидеть, служить. Скажите Сталин, спасибо большое. Все, понял, знаете, все. Сегодня вообще день неуправляемые собаки вообще полностью у нас. Классно. Ушки, кролика, мискусь. Классно. Мискусь, прикольно. Все, пошли грызть. Так. Ты, блядь, добавили нам красоты. Ой, цветных добавили, блядь. Класс. А теперь тут будет, видишь, цвета. Красота. Крутяк. Вам там видно нормально? Все видно. Там. В эфире. Да, хорошо должно быть, все видно. Так. Это пока туда. О! Фломастеры! Я говорю, самый внимательный, самый заботливый. Блядь, это подарки, но не только Касперу, подарки и нам еще. Видите, как бы фломастеры постоянно нужны, они плохо пишут. Но сейчас пока вот есть, кто нормально пишет, вот это вот. А мы зачем я их открываю? Зачем, скажите мне? Есть фломастеры, вот. Зеленый, красный, синий, черный. Кстати, черный. Угу. Вообще сейчас кардос. Фух, так, дальше что? И это еще не все. Это оставим напоследок. Так, давайте быстренько магнитики достанем. Еще магнитики цветастые. Видите, у нас они есть. Теперь побольше будет цветных. Это классно, круто, классно. На самом деле, потому что вот эти вот все уже подстерлись. Вот хочу вам показать. Конечно. Смотрите. О. Да. О, видно, нет? Уже стерлись многие. Вот так вот. Опачки. Фломастер-то две упаковки. Ребят, это стиралка на магнитную доску. Чисто. У нас есть косточки. А теперь у нас будут еще и смайлики. Классно. Крутяк. Где я вас писать-то буду? Так. Тюрин. Это чтобы стирать. Хоп. Круто. Вообще замечательно. Так. Дальше. О, а эта штука, чесалка, это нашла в комплекте. Ну, что-то они там покупали, ее как подарком вложили. Мне Ирина подсварила. Чесалку. Что, хорошо, я вас и этой чесалкой. Почесал, а потом вот это на сломал. Улице хорошо, а потом тоже, вот да, это с собой, да. Перчат. Да, даже в ванной когда. Или вы с собой взял на улице, а он тянет такая резина. Сейчас не будут, а то они тут шерсть не кидают. О, чесалочка. Ну, я эти перчатки одел, то надо обязательно. Так, и... И, конечно же, ребята, супер-пупер необходимая вещь. Это, как он называется, гриндер, да? Гриндер. Короче, давайте откроем. Гриндер, мундер. Давайте посмотрим. Это просто топовое. Открыл, посмотрел. Это топовая штука. Я ее просто видел, потому что когда прислали, надо было посмотреть и работоспособность проверить. Поэтому мне пришлось ее распечатать тогда еще. Мне сказали, посмотри ее, проверь. Поэтому я ее распечатал, смотрел, но убрали и хранили до вручения. Ребята, посмотрите, какая штука крутая. Ты помнишь, как с этой? Поилкой. Представь, нам поилку. Ольга Дайнега. Там на кнопку нажимаешь, и вода течет. И я такой, о, класс, круто, смотрите, такой. У меня есть фрагмент, я видео, покажу. Я сейчас покажу, да. Это. Я на кнопку нажимаю, такой, все, и прям в прямом эфире кнопка такая, бам, отлетела, сломалась прямо в эфире. Но я ее починил. Так, лампочка.
И для когтей, ребят, когти пилить. И режимы 70, скорость 80, 90. Батарейка двойка осталась. Ну, правильно, полтора месяца пролежал. Так, и еще вот эта штука, это ограничитель для безопасности. А это, хоп, снимаешь ее. И если ты такой профи, как я, то можешь без нее когти. Рита, все, на маникюр больше не хожу. На маникюр. К тебе буду обращаться. О, хорошо. Так, как это работает, ребят, смотрите. Ты мой сладенький. Честно. А, ты охраняешь. Он ее, я думал, он ее съел давно, а он ее не трогает. Он ждет, чтобы я ему подержал. Господи. Держу. Так, значит, ребят, коготочки вот так вот. Берется коготочек вот так вот и пилится вот. Стой, жди. Ну, стой. Молодец. На, скорее, умничка, на. Ты свою грызи, на. Ты свою все грызите. Мне принес ее и под меня положил, и ждет, пока я подержу ему. Вот, так, и что у нас еще? А, у нас же, это же еще не все. Ребята, это не все. И мы приходим к главному подарку, да, одному из... Вон, кстати, ребята, главный подарок, который начинает. Я заметил, как я сам с собой разговариваю? Сам отвечаю, сам возмущаюсь, сам что-то говорю, сам себе что-то надумываю. Кто-нибудь, позовите кого-нибудь? Да. Так, это у нас все отстает, да? Да, получилось. Все отстает. Да. Ребята, я знаю, что там. Я вам не скажу. Я вам покажу. Так. Мы уже чуть-чуть увидели. Чуть-чуть увидели, да? Эх, вы. О, зря я так. То можно так и погнуть можно было. Да. Знаете, когда не плохо одни эмоции, вот сейчас вот это вот сейчас вот, как раз про это. Нет слов, одни эмоции, ребят. Это просто топчик. Теперь у Каспера тоже. Каспер! Супер-пупер, вообще своя подставка. Именная подставочка. Кстати, вот до этого, помню, проклеивали. Вот так. Красота. Класс. Красота огромнейшая. Красиво. Просто большое спасибо. Давайте-ка сейчас мы вот так вот сделаем еще раз, чтобы видели. Сейчас, секунду. Хоп. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Как ты уже вот так говоришь постоянно? Вот так вот. Вот. Угу. Ребята. Да чудесно! Прелесть вообще. Касса, посмотри. Ты посмотри.
А? Вообще. Супер. Ты посмотри. Крутяк? Вообще честный просто. Я вообще счастлив. Так круто. Ребята, спасибо вам большое. Крутяк? Честно, как-то отвернулись они. Ага. Так, ну, грызет. Секундочку. Ставим вас обратно, быстро настраиваем. Круто. Замечательно. Кто не доел? А, Каспер не доел. Так, ну что, вот об этот нож. Он очень острый. Сейчас, секундочку. Так, ну что, хочу сказать. Мы просто тут и видео снимаем, и прямую трансляцию ведем. Дорогие наши подписчики, стая, все, кто поддерживает, все, кто прислал подарочки, огромнейшее вам спасибо. Еще раз говорю, самые лучшие, самые верные, самые внимательные, заботливые, хорошие. Искренне от всей души большое вам спасибо. Каська, Чеська, идите сюда. Ты еще одно хочешь? Давай еще одно. Давай, идите сюда. Давай, вот сюда идите. Вот сюда. Вот так. Вот так. Сидеть. Хорошо, да, ушко поправлю. Два раза. Нет, один. Слушать. Молодцы. Умнички-то. Ребята, скажите большое спасибо всей стае, всем нашим подписчикам, всем самым важным, добрым и хорошим. Так вот, скажите спасибо. Молодцы. А теперь тихо, тише. Честер, Честер, подожди. Скажи. Люблю. Люблю, скажи. Любишь? Люблю. Да, сильно. Да. И ты любишь, Кася? Да. Тебе что, день рождения? Скажи. Скажи спасибо. Люблю. Да. Люблю. Люблю. Сильно. Молодец. На тебе, умнички, на тебе еще одно ушко. На, скушай еще одно ушко. Да. Ой, какой. Ой, на, 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 лови ее. Молодец, давай, ну, дрыси. Все, охотник поймал. Спасибо большое, ребят, все, пока-пока, спасибо большое. Это вот я для записи, вот там. А вам не пока. Вы что? Куда собрались? Сидеть! Куда собрались? А там уже встали такие. Нет, сидеть! Куда собрались? Эхо-нож!